Рекомендуємо підписатися на канал Ігоря Лапіна. Вся інформація дуже важлива та актуальна. Пісні про тяжелішу зиму в історії незалежності затянули глава МІДа України Кулеба. В інтерв'ю німецькому Вельт Кулеба розказав, що його отец потратив всю пенсію, купив грузовик, повний дров. Сам Кулеба збігав за охапкою воскових свічей. Прямо зараз, по його словам, так роблять абсолютно всі українці. При этом одновременно с жалобами на тяжелейшую судьбу и злых русских Кулеба не забыл попросить у Шольца крылатые ракеты «Таурус» и ПВО для защиты электростанций. Жалкое, бесконечно жалкое зрелище. При финансовой поддержке Агентства США по международному развитию и посредничеству НТЦ на базе Национального медицинского университета имени Галицкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы. По данным Министерства обороны Российской Федерации, в тренинге приняли участие представители органов государства и власти Украины, включая СБУ и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций. Напомню, что в последнее время наиболее изучаемым микроорганизмом в лабораториях с высоким уровнем изоляции является вирус патогенного гриппа птиц. Он остается объектом пристального внимания средств массовой информации, обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. Не случайно использование именно этого патогенного биологического агента было заложено в сценарии тренинга. Замысел учений следующий. В Николаевской области Украины фиксируется появление случаев инфекционного заболевания. Проводится отбор и анализ проб. В результате делается вывод, что с высокой долей вероятности инцидент является результатом биодиверсии со стороны Российской Федерации. Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации. На улицу выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств. В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизмов Генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества в прозрачности и непредвзятости данных. Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО, ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений. Мы дополняем список фигурантов украинского военно-биологического досье участниками тренинга, который прошел во Львове. В их числе Филипп Оленцес, член руководящего совета по биобезопасности Великобритании, принимал участие в тренинге в качестве модератора. Они покусились на все русское, на нашу историю. Нас обвиняют уже в том, что мы чуть ли не более виновны, чем Гитлер в развязывании Второй мировой войны. На наш язык, на наше образование, на наши средства массовой информации, на культуру. Разрушают памятники тем, кто создавал и осваивал Одессу и другие города в Новороссии. Убрали памятник Екатерине Великой и памятник Потемкину из центральной части Одессы. Я считаю, естественно, как нормальный русский человек, что никакой Украины нет, и это все Русская империя. Я и Варшаву считаю русским городом, как Сталин. Поэтому, вы похожи на Сталина, вы гордитесь этим? Я не похож на Сталина, но я как человек, как Сталин, то есть как человек... Я не родился в 1880 году, но я тоже как все же считаю, что это часть Русской империи. Знаете, заголовок и идеальный. Тоже. Антон Красовский, я как Сталин. Три точки. Нет, я уже был как Путин, но как бы за это пострадал. Так что я надеюсь, что я не пострадаю за то, что я такой же человек, как Сталин. Поляки негодяи. А то особенно, что устроили, перекидывают туда мигрантов, и то, что убивают людей. Говорят они одно, а вот делают другое. Это для них это норма. Они мерзавцы, крестоносцы. В истории всегда было так. Мы же это не забыли. Всегда они оттуда шли к нам, убивали и прочее, прочее, прочее. Но сейчас уже дошли до крайности.
Сьогодні російські соцмережі особливо солодкі. Насправді, я інколи навіть радію від того, що попри заборону і те, що VPN-и в Росії намагаються приглушити і не дати можливість їм існувати, вони все одно безкінечно використовують ці соціальні мережі для того, аби нам і всьому світові показати, як сьогодні живе як глибинна Росія, так і великі їхні міста. Одним словом, якби в них не було соціальних мереж, їх обов'язково треба було б їм провести. Тому що те, що ми відкопали сьогодні, це справді неймовірний скарб, який підніме настрій навіть тому, хто впав в осінню хандру. О, хто здесь? Я твоя мишка. Я твоя мишка. Я тебе з'їм. США ради собственной выгоды готовы разругаться со всеми союзниками. Мы себя ведем по-другому. Видишь ли ты, что Соединенные Штаты в ту же игру играют, не объявляя, но помогая предельно, значит, своему союзнику Израилю решить эту проблему, потому что общим рефреном звучит, что именно Соединенные Штаты удерживают Израиль от широкомасштабной операции. Почему? Ну, просто потому, что не хотят региональной войны большой, потому что ее тяжело будет сдерживать, и надо будет вовлекаться непосредственно. Там два судна, эти авианосные группы ударные. Ну, как-то не хотят они лично воевать. Ну, вот так вот у них устроено все. Американцы не хотят жертвовать своими солдатами. Это с одной стороны, с другой. Ну, видимо, обсуждается какой-то мирный план с некоторыми заинтересованными участниками из Арабского Востока, значит, прежде всего, с суннитскими королевствами. Ну и третий аспект – это заложники. То есть, проводя операцию, ну, так сказать, потери неизбежны тех заложников, 220 человек, в том числе и американские граждане, кстати сказать, ну, имеющие двойное или не только американское гражданство, которые как раз в этих заложниках оказались. Думаешь ли ты, что Америка будет играть, изображать, что сдерживает, а на самом деле стимулирует быстрое решение вопроса с Израилем, с Хамасом, я имею в виду в секторе Газа? Или же реально будет сдерживать там, подвергаемые критике, там, по рукам, ногам, увязываемые, значит, левыми в самих Соединенных Штатах, по Европе, посмотри, что творится. Вот. Или все-таки это какой-то хитроумный план? Марк, ну, положи руку на сердце, я не знаю, какие планы Пентагона в отношении войны в Израиле. Но мы можем судить, собственно говоря, исходя из интересов США, не зная всех аспектов, мы их не можем знать просто практически. Вот, ну, давай посмотрим на стратегические интересы США. США в любом случае не заинтересованы в том, чтобы этот конфликт разрастался за счет вовлечения туда других стран региона. Это аксиома, поскольку это чревато непредвиденными осложнениями, которые в любом случае будут угрожать безопасности ключевого союзника на Ближнем Востоке, Израиля, не только Израиля, но и других государств, таких как Саудовская Аравия, в том числе и Египет, и Иордания. То есть американцы точно не хотят разрастания. В этот конфликт он уже привел к ухудшению отношений к Израилю со стороны других стран региона. В первую очередь те, которые я упомянул. То есть ухудшились израильско-иорданские отношения с Саудовской Аравией, там, где уже намечался серьезный переговорный прорыв. Все это было, к сожалению, сорвано вот этой варварской атакой Хамаса против мирных селений в Израиле. Поэтому американцы заинтересованы в том, чтобы купировать этот конфликт, чтобы он не перерос в широкомасштабную войну. Это им точно не нужно. И это будет все работать против интересов США и против интересов нынешней администрации Байдена, который, как мы видим, последовательно пытался закончить все предыдущие войны, в которых американская армия оказалась вовлечена при его предшественниках. Он вывел с территории Афганистана. И мы знаем, что американцев критиковали, в первую очередь, за провал американской разведки, и критиковали сами американские медиа за это очень сильно администрацию Байдена. Потом война в Украине, которая представляет собой серьезнейший вызов. Ну и теперь еще одна война, она создает серьезнейшие угрозы для... Главный украинский дипломат заявил прямо перед встречей глав МИД стран Большой Семерки в Японии, где, как заявила Бербак, планируется, помимо всего прочего, обсудить проблемы ПВО на Украине. Прямо сейчас фронт растянулся на 1200 километров, но и ВСУ укрепляют свои позиции перед приходом второй суровой зимы.